К другим темам. Весна пришла в Краснодар по расписанию и закружила голову горожанам. Сегодня жители краевой столицы ощутили приход времени пробуждения природы от зимней спячки и встретили его во всеоружии. Красивой улыбкой, уверенной походкой и позитивным настроением. День на самом деле просто замечательный. Отличная погода, море красивых девушек. Они уже вышли сегодня в платьях. Так что мы ходим и заглядываемся почти на всех. Весеннее настроение, потому что Краснодар, как всегда, радует своей теплой погодой. Настроение супер, что я еще могу сказать? Хочется петь, летать и танцевать. Настроение очень хорошее, прекрасная погода, солнечно, тепло, вот даже пальто можно снять. Прекрасно, поздравляю всех с первым днем весны. Многое получила смс, гифков, очень здорово, приятно, тепло, хорошо, радостно. О том, что весна окончательно вступила в свои права, говорят и синоптики. По их прогнозам, в первых числах марта воздух прогреется до 18 градусов со знаком плюс. Резких температурных колебаний в ближайшие 30 дней не будет. По температурному режиму близок к норме и с некоторой положительной аномалией. По осадкам несколько ниже нормы. Поэтому можно сказать, что март у нас будет достаточно теплый. Единственное, что будет немножко омрачать, это то, что в отдельные дни ночью возможны заморозки по территории края, в том числе и в городе Краснодаре. Зима напомнит о себе в ночь с 3 на 4 марта. Столбики термометров опустятся ниже нуля. Что касается осадков, то небольшие дожди возможны лишь в середине марта. А вот со снегом стоит уже попрощаться.